Стали известны подробности аварии на Топарской ГРЭС в Карагандинской области. Так, предварительная причина смерти работника – обширный ожог горячим паром при разрыве котла. Трагедия произошла накануне, еще три человека в больнице. Двое из них были госпитализированы в стационар с ожогами лица и кистей разной площади. В целом ожоги относительно на небольшой площади, но все-таки требуют лечения. Двое рабочих слесарей, машинист из котлов в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Накануне в 12 часов дня в котельном цехе разорвало паровую трубу. Давление пара составляло 60 килограммов на квадратный сантиметр, а температура несколько сотен градусов. Хлопком разрушила стену одного из помещений. От воздействия горячего пара слесарь по ремонту оборудования топливоподачи погиб на месте. Мужчине было 62 года. Специальная комиссия расследует причины аварии. Аким Карагандинской области поручил департаменту Энергонадзора проверить все теплоэлектростанции области. Руководство компании «Казахмыс» принесли соболезнования родным и близким погибшего. Мы со своей стороны всеми погибшим окажем полное материальное содействие, организация похорон, семьям пострадавшим и лицам пострадавшим окажем полное медицинское обеспечение.